хватало. Загрузились до Талова. И ЛГ, да, Саят? Да. Всем хорошего просмотра. Всем привет, кто смотрит канал «Любительская рыбалка» с Михалычем, Фишинг ПЗ-01. Добрались вот до такого вот места. Камыш по бокам у нас. Получается, здесь у нас проходит сзади, вот там вот, сзади меня протока. Очень опасно. Лед там может быть 5, может быть 7 сантиметров. Несмотря, что были морозы у нас, там вода постоянно играет. Вот такие вот дела. И прибыли мы сегодня, можно сказать, группой на трех машинах. Две Нивы, с нами Прадик. Друзья познакомились с ними. Тоже рыбаки. Они рыбачат в основном на мирную рыбку, на удочку. Палатку поставят и балдеют. Сейчас мы будем раскладывать палаточку. Саятом. А на Блайхан с теми жили, ставят уже жерлиц. Ну все, друзья, приятного просмотра. Будем ставить палаточку, забуриваться. Ну и рыбачить. Погнали. Тимка со Блайханом ставят жерлицы. Мы с Саятом палатку. Сейчас немножко. Сам попробуешь, Миша, я не смогу. Ты попробуй вот эту, другую тогда стоят. Вот здесь рядом, которая. Да, значит, снега закидаем. Ладно, снегом сейчас присыпем. Да, есть два.
пошел палатку курить, мы с Саятом собирали. Теперь мы с Саятом жерлицы ставим. А теперь Алиса в Байканом курятся в палатке. Под удочку. Все. 5 штук поставил. О, молодец, красава. Ох, какой красавчик, да? Ну, с почином, обрыбились. О. Всем привет передавайте. Привет. На чё, мормышка? Мормышка с этой, золотистым бусином. С бусинкой, отлично. Бусинкой, да. Молодцы. Ну все, ни хвоста, ни чешуи, удачи. Первый пошел, да? Все, сейчас замешиваем прикормочку. Ну-ка, Тимиргали, какая у тебя там прикормка? Значит, заряженная. Много чего есть. Их есть, короче, вот такая. Клево, да? Да, зимняя универсальная. Вот такая, мы вот сейчас одну вскрыли. Это, подожди, это, подожди, с чем она? Она. А, вот это червь. На, высыпай. Здесь гамарус какой-то. Вот целый пакет. Что мы еще добавим, да, туда? Еще добавим вот этот имитатор мотыля. Поверни упаковочку. Вот такущая. О, ну давай. Так, полностью будем или половинку? Половинку. Давай половинку попробуем. Вот, вот так. Потом еще нужно будет. Что сделаем? Так, какая вкусняшка. Давай, давай, все до кучи. Целый пакет высыпай туда. Там я 2 или 3 пакета брал. Угу. Вот, а этот пакетик под мусор можно поставить. Понял. О, бармаша, там какая лакомство сейчас будет для рыбки. Да. После вас, Михаил Викторович, мы еще неделю здесь будем рыбачить. Ну-ка. Без прикормки. Все, много не надо воды. Да, много не надо. Он мотыль, и этот, он нормально будет. Все, замешиваем, закармливаем. И рыбалка попрет у нас, куда? Наверное. Завтра? Угу. Все, прикормка от Тимиргали называется. Огонь, да? Местный фарш будет. Все, закидывай в лунку что-нибудь там. Будет тонуть она, нет? Колпком, да? Да, вот можно комочек попробовать, сделай. Лепится? Да. О, ништяк. Ну, все, ушел. Вот так и надо делать камушком. Чик-чик-чик. И он не будет разлетаться. Ну все, полетели. Что, ты поставил уже? Ага, поставил. Конча. 6 штук. Все, пойду я тоже в пятеров поставлю. У нас сработала жерлица. Идем смотреть, кто там клюнул. Окунь, щука, судак, налим. Вся рыба здесь есть. Всей бригадой пришли, да? Жерлицу проверил. Ну да. Мотало, нет? Мотало. Он сейчас ничего не будешь подтекать еще раз? Подождать надо, да? Давай, пробуй. Подсек, резко дернешь, живца сбиваешь тоже. Кусанный нет? Не, щука, порез хороший, да? А? Кусанный, да. Здесь лазит. Щучка, да. Лазит.
Да? Будем надеяться на лучшее, да? Пойдем. Перепад давления, но... Погода просто шикарная. И место отличное. Но клёв у нас сегодня слабоватый почему-то. Вот такая вот установочка. Я вот здесь вот поставил 5 жерлиц на протоке. Вот там у меня жерлица сработала. Здесь лед у нас примерно сантиметров 40. А вот там всего лишь сантиметров, наверное, максимум 10. Сейчас придем, покажу я толщину льда. Вот тут я бурил лед, наверное, сантиметров 15-20. Здесь еще меньше. Но вот здесь это вообще... Сейчас я вам покажу, какой лед тут. Смотрите, какой тоненький. Вот. Вот так вот. По палец. Тонкий лед. Там видно. Видите? Вот такие вот дела. Самое главное, есть поклевочки, но будем пробовать дальше. Идем жерлицу смотреть опять. Сработочка у нас. Процесс проверки жерлицы. Окунь, да? Ладно, чё. Так, время у нас уже обед. Рыбалка не ахчи. Слабенько очень. Да, сейчас пообедаем. Наверное, поедем, да, Тимиргали, в другое место? Конечно. Будем на другое место. Все, ребята, кто за столом, всем приятного аппетита. Перекусим сейчас. Чаек попьем. Газ горит у нас. Опа. Смысла нету здесь сидеть. Поедем рыбачить дальше куда-нибудь. С утра клевало так себе, но сейчас что-то слабенько. Вроде закормили, и все отлично. И жерлицы поставили, жерлицы срабатывают, но это 100% окунь, потому что немножко протащит, бросит, немножко протащит, бросит. И живец прям не кусанный, он видно там чешую, он ему немножко попортит, и все.
слабый клев сегодня. Ах ты, морозилась! Все, будем перекусывать. Всем приятного аппетита. Рыбачит? У нас этот шашлык жарится. На газплите греем колбасу, офигеть. Замерз. Разогреваем. Да. Просто горячее вкуснее. Да. Всем приятного аппетита. О, запахло шашлычком, да? Опять сработочка у нас. Сейчас посмотрим, что там получится. Хорошо размотала. Вот она. Есть, красавица. Вот она, ребята. Взял. Какая красотулька. О. Такая вот прикормочка. Хлеб молотый. Через мясорубку. Мотыль еще здесь. Мотыль, опарыш, прям вообще самоделка. Вкусняшка. Крупный, да? Тема. Сразу на мотыля все перешли, да? Это не мотыль, ребята, это мормышка такая. Вы что там? Ну-ка, Саят, покажи класс. Он здесь хлеб кушает, там мотыль кушает, закусывает. Погнал. Мен қарамаған ауладың ғой. Сол кезде бір айтып берем. Барпыш, барпыш деп. Ангвин көкесі. Ну, Абылайхан вытащил. Сковородочный, да, чувак попался? Все, ребята, порыбачили мы. Вот так вот провели время, подышали свежим воздухом. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Будем прощаться. Собираем палаточку. Да, Тимка? Быстренько соберем сейчас. Что, вертыши все выкрутили? Ага. Все, друзья, до скорых встреч. Не прощаемся. До скорых рыбалок, да? Да.